Всем привет на моем 196-м стриме, и мы продолжаем проходить игру Wings of V. Продолжаем мучить уже четвертый стрим подряд босса. Я не помню, как ее звать, потому что все имена написаны очень странным таким шрифтом, что их прочитать практически нереально в самой игре, поэтому я название боссов как-то пока не запомнил. Вот, ну, в принципе, и не суть важно. Главное, что мы четвертый стрим его проходим. Привет, Тераон. Так. Ну что ж. Постараюсь. Ничего, как бы не могу прям на 100% обещать, но постараюсь, чтобы этот стрим не был сильно коротким. Но, по крайней мере, если я убью босса, да, то, ну, скорее всего, могу на этом стрим закончить. Ну, если это будет, там, часа через два, да. А если не убью, то, ну, постараюсь подольше, короче, посидеть, может, до вечера. Может быть, с перерывами, там, на обед, там, но, как бы, короче, постараюсь сегодня быстро не завершать. Потому что, ну, как-то я понимаю, что очень у меня короткие стримы, что-то порой бывают. И это не очень круто. Так, два раза свалил без урона, хорошее начало. Нифига себе. Нормас вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что-то пролагало управление, я хэзэ. Ну, пролагало управление. Вот ведь обидно. Да что ты делаешь? Не на этом же тратится. Блин, разбросил урон получил. В такой хорошей попытке. Это охренительно. Так. Ай-яй-яй-яй. Какого хрена? Ну я же убил... Я же убил её. Лол, ну удаляй. С первой попытки, блин, убил, короче, и сам умер. Чё за жесть? Вот это начало, вот это начало. Чё-то прям... Ну, по крайней мере, обнадеживает. Да, уж повторить осталось, действительно. Ну,
Ну вот, блин, если бы я на разбросе не получил бы урон. Ну, блин, вот это же надо же так, а? Вот тупо прошел бы, если бы на разбросе не получил урон. Почему я именно про разброс говорю? Потому что, ну, это такое очевидное место, где я не получаю урон всегда. Ну, кроме вот таких нелепых, очень редких случаев. Ну, сейчас уже не так хорошо иду. Хотя, конечно, ну, все равно нормально пока, в принципе. Но, блин, это не то уже. Блин, этот магнитошарик не умер. Ну, это уже не то, это уже не то. Но зато у нее 3 осталось. Не, ну в смысле, ну как не то? Шансы выиграть-то есть. Тем более я вот тут не зафейлил. Еще сейчас на разбросе надо не потерять и все. Ну в смысле как все? Ну я имею в виду нормальные шансы. Ну и тут, конечно, рандом опади надо, чтобы тоже не это. Ой, ну почему? Ну лол, ну закон подлости какой-то пипец просто. Это называется All Attack тот же был, да, опять? Ну, я знаю, стиль Салгрина, короче. Неизменен. Ну, вот сейчас не так круто, да. Да убил-то убил, только мне ачивку не дали и сейф тоже не дали. Ну что это сейчас произошло? Дурацкий урон. Ну опять дурацкий урон. Короче, я буду ее сталкивать всегда. То есть если, ну в смысле как? То есть, если я могу столкнуть, я не буду специально не сталкивать стараться, да? Потому что, ну, то есть, если я смог два раза сбросить, ну, значит, то есть, зато там меньше огоньков будет в конце у нее крутиться. Потому что, мне кажется, 5 огоньков это хуже, чем если я 3 хп оставляю. Ну, что-то она заспамила меня. Ну, заспамила она меня. Ой-ой-ой, я заслупочил, да? Очень жутко. Хотя... Ну, я попытался. Но это было, в принципе, возможно, наверное. Ну, у меня тут, в отличие от стрима Defender, вы разговоров про Доту не найдете. И про Hearthstone тоже. Так что... Будем пока говорить об игре. Так. А, блин. Ну вот потому что у меня мало здоровья. Если было бы много, то как бы так урона, но ничего страшного бы не было, что я его получил. Привет, Гаспарт. Ну, нет, не вчера. Ну, на прошлом стриме, да. Но у меня же не вчера стрим был по ней. Позавчера, по-моему, или что-то типа того. Ну что-то я, если честно, нет, я уже много урона получил. Надо нормально сразу делать.
Ну блин. Да, что ж такое? Ну ладно, да ладно, задело. Ну чё за... блин. Как-то тупо. Понятно. Ну, короче, хреновая попытка. Да, лол, короче, удаляю. А, Мио Йоги ее зовут. Ну, еще такие имена, конечно, он выбрал. Что фиг запомнишь тоже. Ой, что я сделал? Что-то она как-то быстро атаковала. Лол, а чё она не подошла даже? Она же всегда начали подходит. Скрипты багуют. Перепрыгнем. Блин, ну камень разрушился, этот шарик раньше, чем я планировал. Да я не заметил этот шарик вообще. Такс. О, перепрыгнул наконец-то. О, у нее же 4, ну это не прикольно. Ну успей. Ну блин. Ну, ну нафиг этот урон нужен. Может, это был победный урон. Ну в смысле, который помешает победе. Да лол. Ну лол. Не, ну надо же, вот с первой попытки убил ее. Так обидно, вот честно. Вот даже там один хп оставить не так обидно, как вообще ноль оставить. Я же ноль ей оставил. Просто ноль. Привет, картофель. Фух, ну давай, пока нормально идем. Но лол.
Это было не в тему, портальчик-то. Да, этот я вообще не заметил. Какого фига? Ну, что-то все завафлено. Как-то слишком микро сейчас было, поэтому там не осилил. Ну, у нее-то 3 хп, но у меня-то полтора. Привет, Снап. Так. Ну, я, конечно, не надеюсь ни на что с полтора хп, но как-то надо хоть попытаться-то. Но сегодня, как бы, я рекорд уже поставил личный, так что... Прогресс есть. Можно заканчивать стрим, Пека. Да, ну что-то как-то она... Фиг пойми, что кидает. Все, что не попадя. Ну что это? Ну вот нафига было подходить? Как будто и там не стоялось. Не, не сброшу, да? Ну, понятно. А, ну, в принципе, она к лучшему даже, может. Так, главное, что вот этот магнитный уничтожился. Да лёль, но еще и не скинул. Ну, шансы так себе, конечно. Да что ж ты, ну, блин, такой потный момент, ну, просто жесть. Мне уже это кто-то говорил, Картофан. Да лол, уйди. Ну как вот, как я должен с этим бороться? Я, если честно, удивлен, что я выжил. Ну, вафелька. Эй! Фу ты, что это такое сейчас было? Да какой урон на первой фазе, но на первом цикле, но это какой-то зашквар. Ну, может, другие там без урона будут. Такие-то надежды. Ну вот, в принципе, без урона. Ну, вообще, надо без урона доходить до последней, вообще, так-то, фазы.
Привет, Тор. Ну, по крайней мере, у меня много здоровья, хотя, конечно, у нее тоже 4. Зато у нее вроде огоньков мало. Ух ты ж, еле-еле. Тор, прикинь, я в первой же попытке этого стрима, в первой же, убил ее и умер сам. То есть у нее именно 0 осталось хп. Именно 0 хп осталось. Ну, залажал, да. Ну, очень хреново. Ну, она заспамливает меня опять. Ну, она меня заспамливает просто всем, чем только хочет. Она вон книжки читает, а это что делает? Подружками тусуется, да всякой хрень мается. Ну, как бы спасает свою эту, ну, хотел сказать, деревню. Ну, небесную деревню. Там же вырвался чувак, которого они держали в плену. Ну, в тюрьме. Спасибо, Тор, за поддержку. А что СК2? Да лол, я стоял, ждал, пока на меня камень упадет. Растягивается. Ну. Ну, блин, надо картинку там, по идее, сделать квадратно. Мне что-то так лень. Я уже надеюсь игру пройти. Такие влажные мечты. Пройти игру. Да лол. Да падай ты, ну падай. Да какая пауза, упоролся. Что-то я как-то быстро до сюда дошел, даже не заметил. А вообще, да, Картофан, тут ты прав, как бы в игре как бы мораль очевидна. То, что мы когда в первый раз встречаемся с этим боссом, она вообще настолько никчемный босс, то есть убивается, я убил ее за один же стрим, да, ну то есть очень быстро. А сейчас она начиталась книжек и стала вон какой сильной. Так что мораль, читайте, дети, книжки. Будете сильными.
Да лол, ну... Ну, удаляй, но она пипец опять зажала меня. Но она зажала, очень, очень сильно зажимает. Прям вот эта проблема босса в конце очень сильно зажимает и заспамливает всем, чем только можно. Да, я знаю, как это выглядит, но что ж поделать. А, Владислав, давай так, я не смотрел игру полностью, я не знаю, что будет в конце, так что давай не спойлерить, сколько мне осталось и что там будет. Ну, ты, в принципе, уже проспойлерил, но это ладно, это, в принципе, очевидно, что там дальше сложно будет, но давай не говорить, что будет дальше, даже не намекать. Не люблю такое. Ну я так, на всякий случай, а то сейчас разойдешься, пека. Ух ты ж, размикрал. Не размикрил. Да ну его нафиг, нифига себе там размикрил ее. Да я задел об огоньки! Они появились на полсекунды. О, жесть, вот это тупость. Так, куда? Лол. Блин, задолбало, ну не кидай, в меня все попало, ну. Жесть, ну все, я уже все здоровье потратил, просто все. Ну. Нереально пройти, удаляй. Ну... Да нет, я же говорю, я ее с первой же попытки убил на сегодня. Просто надо было на половиночку мне ХП больше сохранить. На половиночку просто вот. Причем я в одном месте очень глупо, я на разбросе потратил эту половиночку. Ну там даже больше ХП. То есть если бы я там не потерял так глупо, все, пройден был бы босс. Ух ты ж.
ну, да какой? Да лол, тьфу ты, из-за камней этих огоньков. Я даже не ожидал, что я могу не попасть, это впервые такое. Блин, реально впервые я не попал в нее, лежащую из этих огоньков. Они же, по-моему, исчезают обычно, разве нет? Да, они же исчезают, когда она валяется. Лол, что-то странно, багули, что ли? Вот, исчезли. Как я мог не попасть? То есть как они могли не исчезнуть? Ну, короче, багули, понятно. Почти без урона сейчас дошел. Так, разброс. Рандомопад. Ох ты ж. Так, изи. 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 Нормально. Изи. Да, это тупо сейчас было. Блин, не столкнул. Ну что ж, я столько урона получаю просто, даже когда ее нет на экране, лол. Ну, точнее, там где-то валяется, конечно. Смотрю, что-то изич какой-то. Ну, снап, да? Изич. Но это же я. И для меня изич это станет только после 10-го прохождения, которого не будет. Прошел игру на SNES, скажи на срань, последнем уровне босс раш, и самый последний босс 30 проходил. А, нифига себе. Ну поздравляю на трике. А что выпало на TurboGrafx? Здравствуй, пользователь из канала ТВ с ником Здравствуй. Что там, Defender закончил, что ли, уже? Да ну камень этот не убился, дурацкий. Вот это меня сейчас с толку сбило. Магнитный этот. Да что ж, что столько всего летает? Нормально вообще сейчас, отлично. Давай, надо тащить. Никакого дурацкого урона, никакого дурацкого урона. Отлично. Давай, разброс, изи вообще. Ну и только на рандом тут так, чтобы ты реально было добежать. Так. Вообще изи. Нормально. Нормально. Изи. Нормально. Отлично, спасибо. Ладно, хрен с ним, с этим уроном.
Так. Уйди. Ты можешь выжить? Ну просто один или два выстрела, и все. Не, ну мы сегодня добьем ее. Шмап, ну говняный, ни музыки интересной не завезли, ни геймплей. Наверное, легкие короткие. А, ну ясно. Да, уверен насчет черепка. Не, ну вот теперь я чувствую, что я вот-вот ее пройду. А раньше вообще не было такого ощущения на предыдущих стримах. А сейчас, да, очевидно, что я очень близок к убийству, да, прям вот каждая попытка уже может стать успешной. Ну, не совсем каждая. Портал. Так, отлично. Что? Не понял. По-моему, забуговалось управление. Я не жал вправо так сильно. Странно. Как будто кто-то за меня жал. Начало хорошее. Уже не очень. Прям чувствуем победу, но на чё нет, что ли? А чё так высоко летают эти камни? Лол, такого не было, по-моему. Я чё-то не помню. У них прыжки до потолка. Но опять не скину. Понятно. Ну, теперь надо два раза скидывать. А, о, все, слупок. Я что-то задумался. И второй раз задумался. Но чуть быстрее сообразил. Но я просто заслупочил тупо. Такой прыгаю, прыгаю, думаю, ну норм же. Чё б нет. Так. Ну, не скинул, но тем не менее. Вот это вот розовое, это самая хрень. Вот это хуже всего, когда начинается вот эта магнитная, блин, хрень.
Так, первый сброс есть. Чё за фигня? Блин, взяла меня, затроллила. Второй сброс есть. Так, это не сброс. Ну как раз если сброшу, то у нее 3 останется. Да лол, ну. Да опять она забаговалась со своими огоньками этими. Ну у меня мало, у нее 3, но у меня тоже 3. Так, разброс. Ой-ой. О, идеально. Нормально. На вообще изи. Пощадила, короче. Да я хэза, ну блин, ну она вообще. Нет, надо быстро убивать. Лучше пусть у нее будет 4, но, блин, всего 3 огонька крутящихся или там 4, но 5 это. Надо так микрить, когда стреляешь. Ну, с учетом скорости стрельбы и всего остального, что это просто печально. Привет, Defender, KDM, Space Meat, Winner Kill. Что творится? Убиваем Мью Йоги, которая начиталась книжек и теперь понтуется. Ой-ой-ой. О, не, а, не сброшу. Окей, нормально. Такс, 2 сброса. Три сброса, отлично. Давай, 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 давай. Вот. Так, без урона. И максимально быстро. Фух. Разброс. Ну давай, на рандом норм, без всякой лажи. Нормально. О, ну просил же. О, размикрил. Охренеть. Что-то не жалеет. Падай! Блин, не упала.
Вот жесть на экране происходит. Ну, это была жесткая попытка. Я долго держался. Два раза щит доскинул. Так, что там вы написали? Привет, Ролли. Да, играю на геймпаде Xbox 360. Не, на клаве не проще. Ну, по крайней мере, на геймпаде мне удобно, нормально. Я с управлением-то справляюсь. Сложность Mortal Mod, то есть она же нормал. Нет, не изик. Торты купишь, если пройдешь? Нет. Если игру пройду, наверное, да. Еще раз для тех, кто только недавно подошел, я как только запустил стрим, я на первой же попытке ее убил, но умер тоже вместе с ней. На первой же. Просто у нее ноль осталось. И, блин, так обидно, пипец. Да ну нафиг. Не, ну что-то какая-то, по-моему, хреновая попытка. А хотя, не, вообще-то у меня вроде много здоровья еще. Давай, не успеваю. Нет, успел. Разброс. Я просто сам себе напоминаю этим словом, потому что я постоянно забываю об этом. Ну, бывало часто. Что-то она как-то затроллила, пипец. Да ну нафиг тебе. Да лол, ну она упорота. Да что ж ты... Вот жесть, просто жесть она. Да ну. Да нет, управление тут нормальное, Снап. Вообще никакой проблем в управлении я не вижу. То есть, все адекватно. Просто сложные уровни. Просто сложная игра. Не, ну ты можешь на Ангел мод попробовать и как бы... Там только некоторые моменты, скорее всего, запарят, ну, где там нужны тайминги. То есть, типа, там пофигу, изи, не изи. А так вообще будет легко, в принципе. Потому что здоровья будет очень много. Не то, что сейчас у меня, а намного больше. Ну, в смысле, урона будешь меньше получать. Ну, и сейвов там больше, и атаку врагов меньше, именно... То есть атаки разные врагов, они более слабые не по урону, а вообще возможности, так сказать, меньше. Более такие тупые, что ли, враги. Да, ну вы поняли, да? У меня батарейки сели на геймпаде.
Блин, оно, короче, не воспринимает, что я геймпад подключил. Стоп, а как выйти из игры? Что-то я не понимаю. Такую кнопку-то. Escape не работает. А, Enter. Нажал Exit, прекращена работа программы. Отлично. И сейвы по-любому повредились, да, и все. Ну нет, не повредились. Ну не знаю, Снап, я лично никому не советую на Mortal Mode проходить, потому что, ой, такая что-то боль, вот. Как-то, не знаю, мне кажется, по сравнению с Боши, это больше страданий наносит. Ну, по крайней мере, если не брать Солгрина там, да, какого-нибудь, то это какая-то жесть просто. Что-то я уже очень много урона получил, как-то вообще не в тему просто. Не, ну с таким здоровьем, я думаю, нет смысла идти на последнюю фазу просто, да? Скорее всего. Ну, а, понятно. Justin Server, привет, спасибо за, видимо, случайные, да, нажатия. А может не случайные, но судя по твоим сообщениям, мне кажется, случайные. И спасибо Найтрике за поддержку. Нифига себе, 100 пикоинов. Что-то вы прям балуете. Привет, Крест КЗ. Ну, кажется, зря я урон получил, но ладно. Зато 2 раза уже скинул. Да, и все-таки я так, ну, вот еще раз взвешенно подумал. Все-таки самое выгодное, это как можно быстрее ее убивать. И именно всегда, если есть возможность, всегда сталкивать лучше. Тогда на последней фазе у нее может быть всего 2 огонька в начале. Потом там третий только появляется. Вот, видели, сейчас я подошел. Я не жал подойти. Я не жал подойти. Это какой-то баг, что ли? Я не понимаю. Лол. Ладно, хоть сейчас это не, ну, не было там никак опасно, но лол, это что-то странное было. Еле успел, кстати. Да что ж ты, ну куда? Нет, не на стике, на крестовине. Да дело, нет, я, ну это точно, я, блин, ну я вообще не жалко на крестовину даже, не только в этом направлении, на крестовину не жал. Как бы, ну по крайней мере так много, она много подошла. Я понимаю, там, если бы я
Там чуть-чуть прожал, на шажочек бы там сделала, да? Но лол, как бы. Да ну прям в камень, прям в камень. Думаешь, не знаю. Вроде я раньше не замечал такого. А, девочка в розовых волосах, это и есть босс, да. Ну, как бы, смотри, это игра создателя игры Вон Абиза Больше. Как я так узнал, что он разрабатывается, мне стало интересно в нее поиграть. Я сделал предзаказ в Стиме и в первый же день начал проходить. И она настолько потная, что я только лишь, то есть уже почти там прошло больше, чем полгода, да, 8, по-моему, месяцев, а я только 17-й стрим по ней провожу. Потому что она что-то прям меня вымораживает, жесть. Но как бы все равно, в принципе-то, интересно играть. То есть довольно-таки хорошая игра. Но просто, блин, некоторые моменты просто жесткие очень, да, тут как бы. На Mortal моде, скажем так, это полная жесть. На Ангел моде был бы нормальный платформер, в принципе, я думаю. Такой обыкновенный. Ну, почти там. Некоторые места все равно попотеть пришлось бы из-за таймингов. То есть там тайминги просто не зависят от ЕЗ, не ЕЗ. И как бы там из-за этого будут все равно потные моменты, так и так. Не, начал Адольф как затроил всех этими долларами. Я сам попался, Дефендеру задонатил. Не прожалась кнопка. Просто не прожалась кнопка. Я нажал кнопку, она не прыгнула. Я хэза. Воспаленный мозг? В смысле, ты про что? Я немножко, видимо, потерял нить. Привет, нейрон. И привет, Индивис. В смысле... Ты про какой троллинг, короче, я не очень понял. Ну, в общем, не знаю, жесткий босс этот. Самый сложный в игре пока, который попадался. Хотя сложность боссов была далеко не всегда нарастающая. То есть бывало, что идет легкий босс после сложного, но вот этот вот самый сложный пока какой был. Ну, хреновая ситуация. Ну ладно, вымикрил. А, ты про это? Я просто, ну, немножко уже забыл, что я говорил. Ты про троллинг кнопки? Ну да. То есть ты не знаешь, что за кнопка, нажимаешь ее, и у тебя сразу же снимается 10 пикоинов со счета.
и донатится стримеру. То есть прям без предупреждения, вообще без всего, просто. Вот надо было урон все-таки получить. Ну что-то хреновые попытки пошли какие-то. Разброс. Вот я собрал, кто-то картофан хотел посмотреть, что череп делает. Ну вот ты посмотрел. Да. Но я просто увлечен игрой, извините. Да, я сказал, что кнопка затроллила, ну, Адольфовская. Ну вот, и как бы да. ФТП не смотрел, кстати, на трики, забыл. Индивис, щит можно сбить после того, как я нанесу ей одну хп, ну, короче, одну полоску здоровья, когда сниму, то этот щит сбрасывается. Сестры? Какие сестры? Фея была. Так, Ролли, давай без спойлеров. Я не знаю, какие сестры. Подожди. Хз о чем-то. А, обычно смотришь фан-стрим, стал смайл с той стороны, а тут донатная кнопка. Вот это за-за, да. Ну, понятно, что если пиконов нет, то да, ничего не будет. Нейрон, я зашел с утра с планшета. Как я посмотрю эту всплывающую подсказку? О чем речь вообще? Я просто увидел кнопку, я пальцем на нее нажал. Какая еще подсказка? Ну да, 8 хп. Да, один удар обычный сносит 1 хп, а сброс лавы 8. То есть, да, вот именно так. Так что никакие подсказки, я их просто не мог увидеть, потому что на планшете хинты не всплывают. То есть, ну как, я не могу пальцем навестись на кнопку, да? Причем, самое интересное, что я даже не знал, я нажал на это, думал, ничего не произошло. Ну, типа, просто иконка какая-то нерабочая. И все. А потом смотрю, Defender такой говорит: «Спасибо Судалову за поддержку». Я думаю, чё? Ну и короче, выяснили. Ладно, хоть он больше стримил, а не Доту. Ну хорошо, что смену качества завезли. Ну, убейся, ну. О. Так. Ух ты ж, нифига размикрал.
Нормально. Без урона. А представляете, там есть галочка Doom It Mod, когда начинаешь игру. Если ее поставить, то умираешь с одного удара. То есть у тебя ХП вообще нет. То есть надо проходить все без урона. От сейва до сейва. Так, разброс. И боссов, естественно, в том числе. Но это адская просто, адский режим. То есть даже по сути пройти на демон моде проще, чем на Mortal моде с галочкой с этой. Так, ништяк я ее быстро выбил из колеи. Ну давай ты, ну сдохни, пожалуйста. Да лол, ну я еще задел череп. Что-то замешкался. Пришлось бы еще антидонатить. Привет, Стэнли. Привет, Алексей Альферов. Нет, не почти убил. Вот первая попытка на сегодня, вот там была вообще не даже не почти, а просто убил. Потом еще были попытки, где я еще меньше оставлял, там половинку ХП и так далее. А сейчас я много, в принципе, еще оставил в сравнении. Да лол. Так. Ну, она коньками своими затравила. Да что за... Ну блин. Столько урона получил. За что вообще? Просто ни за что. Понятно, короче. Заспамлено. Да что-то, блин, роли реально, я растерялся что-то с этими камнями. Ну, знаешь, блин, такое уже волнение в конце, что-то я... Ну, боишься, надо микрить, как бы, да, а оно не всегда получается. И ты вот пока выбираешь троту, как микрить, а оно бывает уже поезд уходит. А, офигенно, я сделал, не хочу даже продолжать. Да, пророк не собирался никогда стримить. Так изредка упарывается. Он же не стример особо. Так что нет, в его случае он не зашкварился, он как бы просто и не собирался на постоянке стримить. Ну зачем этот урон сейчас был?
Что-то мне. Я уже подумал, что она почти убита, у нее еще там здоровье, хрена и сколько. А у меня уже очень мало. Зачем стримить, когда можно бухать? Что проверим? Так ладно, бухать. А то что еще и похуже. Это ж пророк. Ну что-то я как-то серьезно опять урон получил. А, портал, ну прям на портал. Не размикривалось это. В смысле, уже знаешь про пророка? Ну, я, если ты не в курсе, как бы даже виделся с пророком недавно на сходке Брима. Ну и вообще, он и сам рассказывал. Такс. Да ну, не забудь. За что ж ты делаешь-то? От одного вернулся, так втор. Какой-то камень упоротый, он траекторию, по-моему, изменил. Или я упоротый, не знаю. Но, по-моему, камень. Но мне лучше думать, что камень. Нормально. Ну, в принципе, да, хорошо. Вот, а по поводу геймпада клавиатуры, возвращаясь к теме, здесь спамить особо не надо, поэтому тут как бы на геймпаде вполне удобно. О, она сейчас опять сама шла, ну... Лол, неужели у меня iPad с геймпадом проблема? Ой-ой-ой-ой, ух ты ж. Отлично. Да нет, ну я опять в череп попал. Блин, у нее осталось там вообще хрень.
Хороший босс. Зимой вообще самое то. Нет, не Охламоновский чат, это стрим-чат называется. А кто его написал? Я, кстати, лол. А кто его написал? Реквизиты. Тут есть только e-mail. Сергей Кабанов какой-то. Gmail.com. Все, а кто его, какой там ник у него, не знаю. Ну, по идее, кто-то с СК2ТВ должен быть, раз он поддерживает СК2ТВ. Привет, Брим, привет, Бобер, Владислава, Шаман Блуд. Повылезали-то сразу. Да, ну... А, да, ну, извини, ну ты что-то молчал, и если долго человек молчит, я забываю, что он был на стриме. Нет, это не волк, не Волфовский. Ты путаешь. Еволф свой чат забросил опять, второй раз. Не, ну это хреновая попытка уже сразу. Конечно, рестартить не буду, наверное, но... Ну лол. Оно само рестартнулось почему-то. Ну, Владислав, в данном случае преимущество второго монитора очевидно. Еще, конечно, раздражает, что когда ей сбивают щит, то урон ей не наносится, только облаву, а сами удары не наносят урона, и это тупо. Наоборот же, я же сбил щит. Какого ж хрена, то урон не наносится выстрелами. Как бы антилогика какая-то. Ну, там пришлось урон получить, больше никак я не смог бы от этого уйти. Ну что такое? Ну почему так много урона получил под конец? Ну нормально же шел. Ну ладно, зато 3 хп. Опять я об эти огоньки на полсекундные потерял, да лол. Так, разброс. Вот, возможно, эти огоньки, как бы, да, блин, сейчас сломают всю попытку. Ну, как бы, вот тот раз, вот, да, мне там не хватило чуть-чуть совсем. На чем я там глупо потерял? Вот оно и виновато. Главное, дурацкий череп не подпускать, он очень много тратит. Есть.
подпустил череп к себе. Есть! Есть! Натя! Неужели? Но это должно было произойти рано или поздно. Но книги! Я не могу поверить в это! Я изучила каждое заклинание, там что-то, типа, наверное, бережно, не знаю, слово какое-то дурацкое. А что в дворе? Я не буду беспокоиться, да? Здесь нет пути, который ты сделаешь через этот замок Анкетед. Ну, короче, у меня с английским проблемы. I'll get your then. Я достану тебя, когда... Она говорит... Нет, это... Нет, я не побью тебя в любое другое время. Я просто реально занята и... Ну, короче, ты просто занимаешь мое время. Завалил трупами. Это не конец, Ви. Охренеть. Так. Ви, одно из ворот открылось. Я чувствую портал возле тебя. Он возвращает обратно. Он ведет обратно. Стоп, а где сейф? Ну, по-моему, тут после боссов, по-моему, тут автосейв все-таки работает, так что я думаю, можно не бояться. Мы так близко, Ви. Я могу чувствовать зло позади этих врат. Стоп, так. Стоп, так, а почему не они не открыты? А, сейф, кстати. Стоп, я не понял, а почему вот эти закрыты? Чё-то я не пойму. Вы поняли? Я не понял. Я же все пути прошел уже давно. Что за дела? Давай снап удачи. Хорош упарываться, слушайте. А, это вот это что ли путь? Странно, вроде по центру был, нет? Нет, 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 это же я тут прошел, да, это очень дурацкое было место с очень сложным микро, с очень сложным микро было место. Че, серьезно, Погуля? И вот эти почему-то закрыты, кстати, тоже непонятно.
А, ну смотрите, видите, эти пути закрыты, то есть я туда и не могу пойти, потому что я туда уже ходил. Назад путь тоже закрыт полностью, потому что, ну, понятно, эти же черные дыры сейчас тут. Ну тут внизу смерть, насколько я помню. Нет. Окей. Так. Кто это у нас тут? Ангел. Это... Ну, это было долгое время. Ну, короче, давненько, да, типа, не было здесь ангелов, вроде, если я правильно понял. Да, очень долгое время. А, что ты думаешь, сестра? Давай немного позабавимся. Unquestionably, блин, не знаю. Дорогая сестра, мой топор. Thirst, не знаю слова. For ангел, ну что для плоти ангела. Но Thirst не знаю. Не, подождите. Какой босс? Какой босс? Вы упоролись? Я только что босса прошел, мне еще одного босса убивать? Походу в конце обоих путей боссы. А я просто, короче, свалил сюда и думаю такой, о, норм, ну, типа, все, прошел локацию. О, это минус мораль. Мне еще одного босса убивает. Перерыв минут 10, а может даже не 10, давайте перерыв минут, блин, не знаю. Ну я поесть, короче, хотел. Давайте перерыв минут 20, ну короче, как поем, я сразу вернусь.
Ну что ж, продолжаем. Не прошло и 20 минут. Вообще, конечно, извиняюсь за такой перерыв, но вообще, что я бы сделал, но просто как бы тут вариант, либо я заканчиваю стрим, да, либо вот такой перерыв, потому что, ну, совсем голодный сидеть я, конечно, не хочу. Игра уже пройдена на 63.86%, 4245 смертей и 33,5 часа. А что делаю? Да не, но я же есть ходил. А, Владислав, у того же босса? Нет, почему того же босса? Не того же. Привет, Феном. Фух, ну что, начинаем тренить босса следующего. Ой-ой-ой. Что-то как-то сурово, я ничего вообще не понял. Да-да-лол, что за шесть? Как обычно, вот типично Wings of Fee. Приходишь к боссу, вообще ничего не понимаешь, что происходит. Тебя просто убивает сразу все, и кажется, что пройти его вообще нереально. Ну а потом со временем уже начинаешь как-то привыкать. Привет, Crayfish, Swarm и Zemmer. Ну, во-первых, эта игра вышла осенью. Забыл какого числа, 27 вроде бы октября, ноября. Вот, а во-вторых, ну да, от овсяного софта. Я просто хочу посмотреть, сколько я тупо за спамом потрачу. Угу. Блин, у них еще отдельные полоски, это жесть вообще. Ладно, надо как-то уворачиваться. Так, это так. Как от этого должен был вернуться? Может, ее перепрыгнуть надо было? Да лол. Так, что сейчас? Ну, вроде бы атаки, в принципе, более-менее такие реальные. Ну, я их просто хрен как от этого вернуться. Наверное, надо сразу перепрыгивать ее. Это что-то жесть какая-то все равно. Надо, может, когда она прыгает, подкат делать. Ну, блин, ну, короче, я просто упочил. Ой. Там еще эта булава крутится сверху, ну что за жесть вообще? Да блин. Как вот это вообще? А, это наверное скольжением надо, да? Проходить. Блин, там подпрыгнуть надо было в конце. Скольжением же, ну. Ну, понятно. Ой, я выжил. Чё-то я так мало трачу, пипец.
Да ладно, тут как бы, ну ты же знаешь, в таких играх в целом спойлеры не главное, тут главное самому размикрить. Хотя я критично к этому отношусь, но вообще большинство людей как бы не особо. Ну просто я как бы люблю сюрпризы, так, но чтобы все было мной увидено впервые. Главный дефендер такой говорит, у себя на стриме там типа, о, ты Wings of E пойдешь стримить? Типа, все, да, все идем к Судалу, там, после моего стрима. А тебе приходит, говорит такой, фу, я спойлерю себе боссов. То есть это типа, это как, ну, я даже не знаю, как с чем это сравнить. Ну, типа, делаешь себе во вред. А, пытаюсь только слушать, но ок. Привет, Лори1 ей дошел до них, ну, а до этой авто, до мылоги, вот то, что я сейчас только что убивал, ты, наверное, не видел. Ну, я тут как бы надо тут сразу было прыгать. Это жесть. Ну я 3 хп трачу, короче, левый. Опять я себя загнал. Что-то я вот это вообще не могу выжить. Да ну, что-то слишком близко стоял. Но, блин, вообще неудачно. Не ту кнопку нажал. Опять я себя загнал в угол. Но там просто нужно быстро реагировать. То есть нужно именно в тот прыжок подкат сделать, иначе у меня че фейл. Тут все, по-моему, меня убивает. Все предметы, которые находятся на экране, меня убивают практически. Песик этот. Фу, да, надолго этот босс. Явно я за это стримово, думаю, не пройду, потому что что-то пока прогресс так себе. Ну пока максимум, да, суммарный урон где-то 4 хп на двоих. А одной 3. Ух ты ж. Сейчас был прогресс по атакам, по крайней мере.
Да лол, ну чё я сам себя опять затраливаю? Ну, начинаю понимать некоторые вещи. Ну, блин. Странно, а по урону-то вообще нет прогресса, только, ну, фиолетовый чуть больше потратил, но зато красный меньше. Ну, пипец спот, ну, наверное, пока что я не знаю, слишком мало прошло от босса, как бы рано судить. Ой-ой-ой, я упал тупо. Ой-ой-ой, да она близко слишком оказывается. Интересно, ну я же не все еще атаки по-любому видел, ну даже в неяростном режиме, который по-любому у них есть. Единственное, что я заметил, что если я делаю все движения статично, то они тоже, то есть можно заучить, в общем-то. Что еще это? Лол. Я походу щиты эти не пробиваю, да? Надо просто время на время уворачиваться, что ли? Типа такой мини-вейденс? Да, тут как-то все очень, очень плотненько, все движения, надо прям их хорошо контролировать.
Не, ну что-то больше всего, что пугает, это то, что здоровья в суммарном у них очень много. А, ну, просто я до этого видел, как она из ямы вылазила, поэтому я думал, нельзя такое провернуть. Видимо, это была багулечка, да? Там же электрические шершняги висят. Нет, что-то начало плохо. Ну, что-то она не сливается. Да не сливается она так. Не знаю, может там повезло или еще что-то в тот раз. Но попытка хорошая была. Вот это плохая. Да нет, она не уходит с края, лол, ну что? Она не падает. Вот на ангел мод по-любому вот этих шипов не будет летающих, я почти уверен. Ну вот сейчас да, но это было вообще не, ну, не очевидно, как я это сделал. То есть она просто взяла, убежала туда почему-то. Больше на Багулю похоже, если честно. Ну то есть просто тем, что я буду там прыгать на край, она не упадет. Сложность Mortal Mode. То есть нормал, типа. Пока не понимаю некоторые моменты вообще, как выживать. Блин, капканы эти еще. Охренеть.
Чего я так близко встал? Не знаю. Надо от нее, от этой булавы уходить, а я что-то... А я что-то близко стою, забываю про это. Да, там же яма. Я думал, она чуть дальше. Блин. Что-то вообще не катит. Опять вправо, кстати, пошла сейчас сама. Но походу геймпад, да, залипает. Ну не знаю, странно. Вроде я раньше такого не замечал в других играх. И что сейчас было? Ну, Гвинни, если вторая фаза, это когда они начинают кидать булаву, либо берут щит, то два раза, вот, до булавы и до щита. Если что-то другое, то не надо спойлерить, пожалуйста. Да уйди ты, пес, ну. Ну я понял, типа разогнать надо. Ну это очень это опасно, проще убить, потому что там висят еще, видишь, эти капканы электрические. Ну и плюс как бы и всякое другое говнище на экране. Вот эти вот еще летающие вот эти вот шипы от булавы, это самое противное, наверное. Потому что у меня вообще нет времени на них смотреть. Не, ну тут вначале еще ладно, я как-то уже привык, но вот дальше там... Я как бы вообще их игнорю полностью. Ну вот скинул, да, пса этого. Да, упал. Блин, что-то это какой-то микро.
Да вот она вылезает порой из ямы, вообще просто уже падает, а вылезает все равно. Привет, совок Гир. Не знаю, что-то я, блин, вообще не могу микрить, когда столько всего на экране. Ну, в дальних родственников вроде есть это очень давно, но это, я думаю, не имеет отношения к делу. А чего, а с чего тут гореть? Я только начал этого босса проходить. Ты же не ожидал, что я за 44 попытки пройду босса уже где-то там, ну я надеюсь, в конце игры. Поэтому гореть не с чего, я сейчас не ожидаю пройти босса. Там эти огни на полу, вот они затравливают. Я просто еще думаю, сколько я просижу на стриме. Как я уже сказал в самом начале стрима, что если я не пройду, ну, еще не смогу пройти босса того, то я буду сидеть до вечера, постараюсь, да? Вот, а, ну, типа, если пройду, то, скорее всего, закончу стрим сразу после того, как пройду. Но, как видите, я того босса прошел, но все еще играю, и вот думаю, насколько меня хватит. Задело? Да ладно. То вот эти вот собаки, конечно, очень раздражают. Чуть фигню какую-то сделал. Напомню, любого босса можно пройти без урона. Вообще без урона. Так что страту можно найти на абсолютно любой момент. Даже когда на экране куча там говнища и так далее. Как видите, начало я уже без урона прохожу. Ну, не всегда, да, но порой. Ну, то есть получается в целом. Да опять она своей булавой меня задела, да что ж такое?
Нет, ну игру-то как бы, ну нет, можно, да, но очень сложно. А вот без урона, ну имеется в виду, что, ну реально есть режим, где проходишь без урона, значит, это все-таки считается более-менее реалистичным. А так-то игру, конечно, тоже можно, но это очень-очень-очень сложно. А вот это вот, в принципе, считается просто режимом игры. То есть нет же режима игры без сейвов, да? А вот без урона. Без урона именно между сейвами, да? Между сейвами. Такой есть. И как я подкат туда-сюда, да, походу надо делать. Думаешь, сбить можно? Лол. А, интересно, он новый появится? Ну, блин, это другое дело. Это другое дело. Первую собаку, думаю, стоит научиться скидывать. В принципе, можно попробовать. Вроде не особо и сложно так-то. Блин, ну тут надо не тормозить. Обо что я там умер? Я не понимаю, обо что? Там не было булавы. Там же не было булавы, обо что я умер? Просто я умер и все. Кто-то заклинание смерть прочитал и все. А куда? А куда я должен был слинять? Не понял. Перепрыгнуть я их не могу, там электрические капканы. Не понял. Она выжила. Зато вторая нет. Блин, капкан там.
Ух ты ж, первый раз до сюда дошел. Сначала, что ли? Не понял. Это типа я цикл, что ли, выжил? Ну, походу, тут зацикленный босс, да. Ну что-то я много урона уже получил. Да это вообще охренительная фаза. Если что, прыгай в капкан. Как-то неправильно получилось. Интересно, сколько бы я сам додумывался, что оказывается можно эту булаву скинуть. Ну да, кстати, я же не становлюсь неуязвимым к атакам, если это в капкане нахожусь, наоборот. Странно, что пес выжил, мне показалось, что он упал. Ага, туда нельзя. Ну, я попробовал. Да что, почему он останавливается? Вот вам капкан только что сейчас продемонстрировал. Не, вот это вот вообще жестко, я пока не могу никак с тайминг поймать, сообразить. Да он хэза перестал падать, я не знаю.
Да, это очень сложно, это очень сложно. Блин. Ну, смотрите, вот это прогресс, вот это прогресс. Пять снес половину. Интересно, что будет делать вторая, если первая ляжет? По-любому там начнется какая-то ярость. Взял с собой, собрал одно копье. Не, мне кажется, это нереально на геймпаде сделать. Да это нереально на геймпаде сделать, смотрите. Где у нас тут есть ровная поверхность? Блин, ну ладно. Это вообще нереально сделать, по-моему. То есть это такая жесть. А я могу уж выйти потренить. Во. Ну блин, очень сложно. Надо еще не проскользнуть слишком много, потому что я врежусь в босса. Не, ну короче, скорее всего, надо просто делать так, чтобы не было, вот, не нарандомило вот эту атаку, когда они с двух сторон стоят и пинают, потому что что-то это жесть, я не могу это выдержать. Чего? Поролись. Все по точно такой же схеме. Ну, не совсем. Они тайминги сбили, вот гады. Чё с этим должен делать? Вообще не понимаю. Ну опять рекорд, очередной рекорд. Короче, фишка в том, что
атака не совсем статична у них. Она меняется в зависимости от того, где я нахожусь в начале фазы, перед атакой. И поэтому каждый раз, когда заканчивается цикл, я должен стоять левее центра, чтобы левая спрыгнула и, ну, все началось сначала. Как именно так, как я привык, а не другой вариант. А кто сказал, что простой босс? Я хоть раз сказал, что простой босс? Нет. Может, с ними надо подружиться, но... Я думаю, что они слишком расисты. Таких уже не вылечить. Привет, HD Bread. Да лол, ну задела булава дурацкая. Но нет. Ух ты ж, фух. Ну его нахрен. Забываю порой ее булаву эту атаковать. Ой, чё я сделал сейчас только что? Чё за садюга, Салгрин? В одиночку. Он же больше сделал, если не знаешь. Опять это. Да лол, ну лол. Да я не знаю, что с вами делать. Реально тупость какая-то. Я не понимаю, что с ними делать на вот этой фазе. Насчет пары стримов не знаю, но за этот стрим я явно не убью, вряд ли. А за следующим посмотрим. Смотря еще сколько стрим будет длиться этот и следующий. Но мне кажется, пока что этот босс... Хотя ладно, рано говорить. Я еще стадию ярости не видел. Да, ладно. Не будем загадывать наперед.
Да что вот, вот как бы то удачно, то неудачно получается. Да, и как я должен был от этого сейчас уйти? А, лол, задел. Ну, на трике, ну, да, если напишешь. Вообще-то он должен работать, я не знаю, ты сейчас проверял? Вообще-то должен работать. Да, я прошел. Но с уроном. Что еще сделаю? А, думаешь так? То есть по очереди, да? У меня что-то стратогенератор пока, видимо, не работает. Ну хотя он у меня всегда хреновато работает. Но это было сейчас не в тему. Ну после стрима на трике. Ну, тут вообще так сложно поймать такт. Очень сложно поймать такт. Да спойлерю, ты что, тоже собираешься Wings of Fear проходить, что ли? Вот это жесть, все. Сейчас все, короче, СК2 ТВ в Wings of Fear ТВ скоро, походу, превратится. Хотя обычно такое бывает только сразу после выхода игры. А тут через год, да? Ну ок. Ну, удачи. А что там? А, ты говоришь, какой-то этот скролл-шутер, да? Попался на этом TurboGrafx. Да что же я урон-то там получаю? Здесь уже нельзя урон получать. Это было давно. На самом деле никто не будет. Ну, не знаю, я вон играю. Хотя, ну да. Я еще когда она не вышла, говорил, что буду в нее играть, как только выйдет. Но походу Just Observer, кроме тебя, никто не собирается ее на Mortal Mode проходить. Все только на Ангел Мод. Суровая шняга, блин.
Главное, вот эту пуколку убрали. Блин, ну тут все по-другому уже на втором цикле. Ты же вроде говорил, что ты Wings of Fi будешь проходить. На своих стримах, я же помню точно. Ну типа ты говорил, что если тебе подарят. Ну то есть в принципе намерение есть. Или ты имеешь в виду, что ты хотел на ангел мой, да? А, так это не максимально, это обычная сложность. Самая обычная сложность. Дефолтная. Типа для обычных игроков, не хардкорных. Да, убил. Привет, Фабино. Так причем, прикинь, Фабино, короче, я запускаю такой стрим, да? Ну, думаю, ну сейчас, босса, ну, буду убивать, да? Сейчас пока там разогреюсь, ну, ну ты понимаешь, да? И, короче, с первой же попытки убиваю ее. Но, правда, сам тоже умираю, и это не засчитывается. Но это был такой эпик фейл просто. Я с первой попытки ее убил. И потом еще не мог больше часа убить. Но все-таки убил. Ну вот, Just Observer, ты спрашиваешь, зачем играть на сложности ниже дефолтной? Так я об этом и говорю. То есть, ну, видимо, ты тоже будешь на дефолтной играть. То есть на Mortal Mode. Ну, как бы, об этом и речь. А ты говоришь, ну, я же не сказал, что на макс сложности. Но я не говорю, что на макс сложности. Mortal Mode — это не макс сложность. А вообще, конечно, надо бы на самом деле. Не, ну ты один раз пройдешь на обычной сложности, а потом... Ничего не знаю, жду, короче, это... Демон мод. С галочкой думит мод. Спидранчик такой. Жопа, 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 жопа. О, я блин, я почти размикрил впервые это. Блин. Ну, он третью стадию не открыл, насколько я знаю. Но я в конце стрима уже ушел стримить, но, по-моему, он не прошел. Он бы написал бы об этом мне, я думаю. А кто не будет? Ну, в смысле, кто будет играть на ниже дефолтный? Ну, Defender... Ну, ну не знаю, стаб там я так и не понял, но он походу тоже решил. На Итрике, мне кажется, почему-то тоже что будет на ангел моде.
проходить. Хотя, ну пусть ответит, если он тут еще. Ну просто как бы я бы, если посмотрел бы на такое, я бы, наверное, стал бы проходить на ангел моде, потому что это просто жуть. Нет, но все-таки Ангел Мод это не как ЕЗ больше, я считаю. То есть это все-таки, ну, как бы не настолько позорно, так скажем, пека. Не знаю, то есть я говорю, я вот сейчас абсолютно на серьезе говорю, что если я кому-нибудь буду советовать играть в Wings of V, я буду советовать начинать с Ангел Мода, потому что, ну, блин, не знаю, Mortal вообще какой-то. Может, я не знаю, может, я просто слился, стал зашкварным, ну, как бы, но, блин, что-то Mortal Mod меня прям сильно-сильно-сильно напряг, меня больше так не напрягал. Ох, без урона прошел эту шнягу, нифига себе. Блин. Да уж, тут надо еще учить. Сказал бы же не тот. Не, ну сам-то я, как видишь, прохожу на Mortal моде, но... И опять снап, привет. Вот это, по идее, самая изи фаза из вот этих. О, жесть. Ну. Причем что-то урона я мало как-то нанес совсем.
Управление не очень, авторские хитбоксы, отвратительная система смены оружия, первое впечатление. Ну, про смену оружия мы уже спорили, Снап. А про управление и хитбоксы не согласен. Хитбоксы здесь нормальные. Блин, ну вот зря я на огонек попал, конечно. Что-то у них траектория очень странная. Вот и непонятно, когда он на пол ударится. Да вот из-за этого я трачу. Просто непонятно, когда она ударится. Там у него центр должен на пол удариться. Это очень тупо. Я почему-то это сейчас только сейчас на это этому придал значение. Ню, какие там помирились. А, да, без проблем. Я думал, нормально слышно. Ну, Снап, к этому надо привыкать. Это не, ну, как бы не то, чтобы управление хреновое, просто такое, как бы, такая, как бы, хардкорная механика. Ну, то есть это, по сути, специально так, наверное, реализовано, я так считаю. Ну, да, это... Чтобы вместе в Nintendo Wii U играть. Nintendo Connecting People. Да песик, ну чё ты не умер-то? Фигню какую-то, короче, я сделал. Ох ты ж, без урона! Разрублено. Да, я видел, как Хитман играл в Super Smash Bros. Привет, Флейси. 4К смертей, ну да. Ну и что? Ну как бы. Я же первый раз прохожу. Ну, в общем. Снап, я считаю, что именно... Ну, то есть смотри, когда механика кривая, это ты должен как бы иметь подразумевать, что где-то есть подобного рода не кривая. Тогда приведи пример. Ну, Найтрики, я боюсь, это лечится только жесткими методами. Не, ну подожди, а чё ты на картофель-то наезжаешь? Он же стримил вчера вертолетики. Это же нормально вообще.
Да лол. Да, я думал, они уже уберут их сейчас. Вон оно чё, вон где кроется-то. Если атака пошла от любого движения, направление атаки не меняется. Ну а здесь? В смысле? А, я понял. Ты имеешь в виду, что, ну, допустим, я сейчас выбрал стрельбу наискосок, да? И стоит мне чуть двинуться, да, и она тогда сразу... Ну, вроде логично, на самом деле. Так тогда, снап, непонятно, как... А как в кастовании тогда? То есть, получается, у тебя отдельная кнопка, чтобы сменить направление стрельбы, что ли? Как-то это неудобно, по-моему. Ну, я не играл, конечно, я не буду говорить, что там удобно, что нет, но... Странно, но не знаю, мне показалось, что здесь, в принципе, нормально. Да лол, ну удаляй. Ну, что-то я не размикрил, хотя это был простой момент. Да, Фабино, да рекламь ты свои эти сколько хочешь, свой год стримов. Там во время анимации атаки он вообще стоит, если в прыжке, то спиной летит. Короче, ну понятно. Скайп. Не, давай, давай, не, сейчас не будем, не будешь отвлекать. В начале стрима пустил бы, я Defender звал, но он не пошел. А, ну и ты бы тоже норм. Но как бы сейчас не хочу уже отвлекаться. Да это жесть.
Уже час я на этом боссе. А эти шарики стрельбы от оружия изменяют форму, количество дамага. Форму я не знаю, что ты имеешь в виду. А да, урон, да, они намного слабее, чем ручная атака. Ну смотри, бьют 4, 8, 12, да? Стреляю 1, 1, 4, там это максимум. Ну, кстати, сейчас обсервер, если ты тут, я вспомнил, кто будет проходить Wings of V со всеми ачивками. Но я думаю, ты уже понял, да? Что это сейчас было? От изменения ручной атаки. В смысле, а как это изменение ручной атаки? Ручную атаку нельзя изменить. Ну, я не знаю как. Да нет, не Торнис, а Фэбли Домино. У него же дурацкий челлендж будет открыть все ачивки во всех играх, которые у него есть в Стиме. И ему кто-то Wings of V подарил. Подожди, где? Кстати, о чем мне Ньюта? Ха. Лол. Ты про это, что ли? Я не понял. Компаньона ни одного не открыл, походу они в жестких секретках находятся. Я какую-то ачивку не открыл там. О, куча ачивок не открыл. А, ачивки вообще не открываются на ангел моде, лол. Держу атаку. И чё? Спам баксами, не спам. Ну, походу, я не знаю, не нашел, наверное.
Ну жесть. Ну жесть. Ну, это рекорд по урону, этой красной. Ящерица летающий, красный. Такой босс был? Там, где... А, стоп, где большой портал, и оттуда куча говна, что ли, вылетает, или что? Это, ну, типа, это... Вот это ты имеешь в виду? А что такое Томми? А, плюется? Это вообще-то второй босс. Ты что-то путаешь. Первый босс же Миоги. Та, что есть из библиотеки, которую убивал, только первая встреча. А у меня управление отказало на секунду. Ну охренеть теперь. Ну, опять рекорд по урону. Никакой фазы ярости нет, кстати. По крайней мере, ну сейчас пока не проявилось. Больше 1000 ачивок? Лол. Ну, снап, что значит сложно принять? Ачивку дают как за босса, значит босс. Вообще, так-то говоря, еще портал такой огромный, это тоже босс, потому что за него тоже ачивку как за босса дает. Так что, по сути, этот дракон даже третий босс. Ну, давай на трики, удачи с РГГ. Ну давайте, все, короче, расходятся. Первый нормальный босс, ну, как тебе будет угодно. Чё, ну, чё-то не то. А, Снап, так ты на ангел моде все-таки, да, играл?
На Мортале. Ну, круто. Круто играешь в платформеры. Ну, не знаю, мы вроде с тобой разговаривали, и типа ты как согласился, что на ангел моде лучше тоже начать. Ну, по крайней мере, я так понял. Видимо, я тебя понял неправильно. Ну, значит, я тебя не... Нет, мне показалось, что ты согласился. Ты вроде сказал, ладно. Ну ладно, неважно. Может, ты про другое что-то говорил. Нет, ты не говорил нафиг надо. Но не суть. Не суть. Что значит опять? И почему? Ты уверен, что там именно такая сумма? Я думаю, там все-таки больше. Намного больше. Мне кажется, там около копейки будет за рекламу, за один просмотр. А, я забыл, что она еще ударит. Ну, зато урона нанес много. Да лол, капкан этот. Удаляй. Ну, блин, еще попал. Ну, все. Ну почти. Да, точно. Видишь, Green Soft написано. Ну, то есть Soul Green, да, он. Но так как Soul Green это название овсянки, то есть зарегистрированный товарный знак, поэтому он назвал Green Soft, овсяный софт. Овсяные программы. Типа компания, но только на самом деле он там один. А знаете что? Я 35 часов уже в нее кроссровно играю. Давайте на этом закончим. Раз уж я вышел из главного экрана. Итак, хороший был стрим с прогрессом. Очень даже неплохим. Убили босса. Этого босса уже много чего поняли на нем. Почти одна орка-сестра забита. Я думаю, там, в принципе, еще немного, и она скопытится. Вот. Че, посмотрим сейчас, что там можно посмотреть. Что за год стримов? Ну, он же объяснял уже. А. Во, сейчас захостим на Айтрике. В общем, всем пока. Спасибо, что смотрели. Увидимся на следующих стримах.